каждый новый займ больше предыдущего, и каждый последующий займ еще больше. Отличные наличные. Больше займов – больше сумма. Основные итоги исполнения консолидированного бюджета, деятельности финансовых органов республики за прошлый год, а также задачи бюджетной и налоговой политики на текущий год рассмотрены на заседании коллегии Министерства финансов Тувы. Бюджетная политика республики в 2018 году сохранила свою социальную направленность. 74% объема бюджета, а это чуть больше 21 миллиарда рублей, заняли расходы на социальную сферу. Почти каждый второй рубль из республиканского бюджета расходуется на заработную плату бюджетников. По итогам 2018 года в связи с получением дополнительной финансовой помощи удалось обеспечить в полном объеме расходы по заработной плате и начислениям и сократить переходящую кредиторскую задолженность по начислениям на фонд оплаты труда в муниципальных образованиях с 250 миллионов до 47 миллионов рублей. Кроме того, по итогам прошлого года отмечено снижение уровня долговой нагрузки Тувы на 290 миллионов рублей. Объем государственного долга составил около 2 миллионов рублей, муниципального – 390 миллионов рублей. По итогам работы коллегии Министерства финансов определены основные задачи деятельности финансовых органов республики, как усиление внутреннего финансового контроля в целях достижения эффективности бюджетных расходов, автоматизация бюджетного процесса, повышение открытости бюджета, формирование качественного кадрового состава. Число поставленных на учет противоправных деяний снизилось почти на 21% и составило порядка 9 тысяч преступлений. Тенденция снижения характерна для всех муниципальных образований республики, за исключением двух – Каахемского и Терехольского районов. В 2018 году сотрудники полиции раскрыли более 6 тысяч преступлений, в том числе более 1400 тяжких и особо тяжких. Общий процент раскрываемости преступлений по итогам года достиг 45%. В своем выступлении генерал-майор полиции Щур сделал акцент на защите имущественных интересов граждан, а именно противодействию краж. Подводя итоги, хочу отметить, что перед нами стоят сложные и ответственные задачи по поддержанию правопорядка в текущем году. Приоритетами в нашей деятельности остаются задачи по защите имущественных интересов граждан, стабилизации обстановки в общественных местах республики, обеспечение безопасности дорожного движения, повышение эффективности раскрытия и расследования преступлений. В центре внимания органов внутренних дел находятся вопросы противодействия незаконному обороту наркотиков. Задокументированных сотрудниками полиции преступлений данной категории составило более 800. Пресечено более 100 преступлений, связанных со сбытом наркотических средств и психотропных веществ. Из незаконного оборота изъято 485 килограмм наркотических средств. В 2018 году на дорогах республики пресечено более 140 фактов транспортировки указанной продукции. Всего из незаконного оборота изъято 53 тонны алкогольной и спиртосодержащей жидкости. В начале 2018 года министерство выступило с важной инициативой Верховный Урал Республики в части закрепления ответственности собственников сельскохозяйственных животных. Инициатива была поддержана, и в июне 2018 года был принят закон, предусматривающий определенную административную ответственность за скотокрадство. С сегодняшнего дня в Туве началась акция «Безопасный лед», которая продлится до 3 февраля. Напомним, что после месяца 45-градусных морозов в республике потеплело до 25 градусов. В течение недели около 200 человек в составе патрульных групп, состоящих из государственных инспекторов по маломерным судам, внештатных инспекторов, сотрудников полиции, спасателей, администрации муниципальных образований, старост населенных пунктов будут задействованы в мероприятиях по обеспечению безопасности на водных объектах региона. Рейды будут проводиться на воде с целью выявления несанкционированных мест выхода людей и выезда автотранспорта на лед, проведения профилактической работы с рыбаками. Основное внимание во время проведения надзорно-профилактической операции будет уделяться детской безопасности. Именно эта категория на сегодняшний день остается наиболее беззащитной перед водной стихией. Инспекторы ГИМС будут проводить специальные занятия с детьми в образовательных учреждениях. Ребятам расскажут об основных правилах поведения на водоемах в зимний период, демонстрируя приемы оказания помощи людям при провалах под лед. С
сегодняшнего дня вступают в силу поправки в законодательство о потребительских кредитах и микрозаймах. Заемщикам серьезно упростили жизнь. С 29 января вступают в силу поправки в законодательство о потребительских кредитах и микрозаймах, подписанные президентом в декабре прошлого года. Взявший в долг больше не будет рисковать переплатить в разы. Все платежи по кредиту не могут превышать основной долг больше, чем в 2,5 раза, а максимальная процентная ставка не поднимется выше 1,5% в день. После достижения этой планки начисление процентов и других платежей должно быть прекращено. Постепенно максимальная процентная ставка по потребкредитам снизится до 1% в день. И еще важное новшество. Нелегальный кредитор или коллектор больше не могут требовать исполнения по такому договору даже в судебном порядке. Нарушителям придется покинуть рынок. И о курсах валют. Доллар стоит 65 рублей 93 копейки, а евро 75 рублей 19 копеек. Вятские Михобелка в вашем городе. Большой выбор шуб, рассрочка, низкие цены. С 28 января по 2 февраля. ЦУМ. Игорь Письменный, Наталья Громушкина, Денис Рожков, Константин Соловьев и Татьяна Абрамова в комедии «Притворство и любовь». 11 февраля в Национальном театре. Запись в первые классы начнется с 1 февраля 2019 года. С 1 февраля будет проводиться прием заявлений от граждан, проживающих в микрорайоне, закрепленном за школой в соответствии с постановлением мэрии города Кызыла о закреплении микрорайонов за муниципальными общеобразовательными учреждениями городского округа город Кызыл, Республики Тыва. Для детей, не проживающих на закрепленной территории, запись в школы начнется с 1 июля 2019 года до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года. В первый класс принимаются дети, достигшие к 1 сентября 6 лет 6 месяцев, при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими 8 лет. Каждое образовательное учреждение города график приема заявлений определяет индивидуально. Информацию об установленной дате, реализуемых образовательных программах, планируемом количестве мест школа должна разместить на информационных стендах и официальном сайте учреждения не менее чем за 2 недели до начала приема заявлений. Информацию о наличии свободных мест для приема детей, не проживающих на закрепленной территории, школа должна опубликовать не позднее 1 июля. Эпидемиологическая ситуация по заболеваемости ОРВИ и гриппом на территории республики остается стабильной. По оперативным данным Управления Роспотребнадзора региона, за последний месяц в республике зарегистрировано более 840 случаев ОРВИ. Показатель заболеваемости составил 25,8%. Темп прироста по отношению к предыдущей неделе увеличился на 23,9%. Заболеваемость ОРВИ зарегистрирована среди детей в возрасте от 0 до 6 лет – 535 случаев, с 7 до 14 лет – 136 случаев, старше 15 лет и взрослых – 170 случаев. Госпитализировано за неделю 78 больных, из них детей до 14 лет – 72 человека. По Кызылу зарегистрировано 444 случая ОРВИ. Темп прироста по отношению к предыдущей неделе увеличился на 31%. Все необходимые мероприятия, утвержденные заместитель председателя правительства, также план мероприятий оперштаба республики. Все руководители у вас есть, поэтому мы просим продолжить соответствующие мероприятия, а именно в организованных коллективах обеспечить готовность, исправность работы бактерицидных установок для обеззараживания воздуха, соблюдение всех режимов теплового, питьевого, масочного режима, утреннего обязательного фильтра детей в организованные коллективы в целях раннего выявления случаев заболеваний ОРВИ и гриппа. Также готовность учреждений здравоохранения республики, наличие неснижаемого запаса противовирусных антибактериальных препаратов, лекарственных средств, средств индивидуальной защиты. В установленном порядке еженедельно проводится анализ ситуации, и отчетные данные предоставляются Федеральной службой Минздрав Российской Федерации. Поэтому, уважаемые коллеги, еженедельно, ежедневном режиме в течение недели –
необходимо на своих участках провести соответствующие противоэпидемические мероприятия. Также учреждения культуры, образования, социальные учреждения указываем на необходимость неукоснительного соблюдения всех тех требований, которые направлены на профилактику ОРВИ и гриппа. За 2018 год бригада врачей губернаторского проекта «Маршрут здоровья» посетила 17 районов республики. Во время 39 выездов было обследовано более 9600 человек. Из общего количества осмотренных около 2000 человек были отнесены к первой группе здоровья, чуть больше 3600 человек ко второй, а 4000 к третьей. По итогам осмотра 3107 человек направлены на амбулаторное обследование в лечебно-профилактические учреждения республики, 86 на стационарное лечение в центральные районные больницы. Высокотехнологичную медицинскую помощь в региональном сосудистом центре рекомендовали двум пациентам с ишемической болезнью сердца. Всем пациентам узкими специалистами были проведены индивидуальные консультации. В результате маммографических исследований в 40 случаях выявлена патология. Пациенты направлены на консультацию маммолога. Двое поставлены на учет в республиканский онкологический диспансер. Также специалистами в двух случаях диагностированы такие тяжелые хронические заболевания, как неспецифический язвенный колит и тиреотоксикоз. Замерзаю без внимания. Третий год уже пуховик ношу. Хочу что-нибудь новенькое. Знакомо? Быть может, женские капризы – это всего лишь желание выглядеть дорого, элегантно и при этом не замерзать. Тогда самое время посетить выставку дизайнерских меховых изделий от компании «Белка». Внимание, дамы! Вас ждет невероятно стильная, разнообразная коллекция меха 2019 года. Норка, куница, мутон, лиса, а также лимитированная норка-крестовка, модные шубки «Автоледи», практичные шубы-трансформеры, модели фасона «Летучая мышь», шубы из комбинированного меха и эксклюзивные изделия из европейского меха. Примечательно, что цены на выставке «Белка» строго от производителя. Никаких накруток. При наличном расчете скидка 30% на весь ассортимент. Но вишенкой на вершине торта для козылчан, пожалуй, станет то, что абсолютно любое изделие можно купить в рассрочку до 2 лет, без первоначального взноса и переплат. Выставка «Белка» продлится с 28 января по 2 февраля в торговом центре ЦУМ на улице Тувинских добровольцев, 22. По республике облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный 2-7 метров в секунду. Местами порывы до 12-17 метров в секунду. В Кызыле облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный 2-7 метров в секунду. Температура воздуха ночью -29, -31 градус. Днем -21, -23 градуса. На дорогах гололедица.